Слушай, ну соскучился по гонкам? Да, очень. Как? Просто за время работы в «Шелковом пути» пришлось отдать театрали рейдов немножко в плане участия, поэтому сейчас вот хочется все вспомнить и в памяти взбодрить. Категории Т3, как мы надеемся. Но у тебя комиссию мы еще не прошли, стоим в очереди. Слушай, ну есть мандраж? Первый раз тут про рейд. Нет, у меня только один пока мандраж. Главное, чтобы нас до старта допустили. Ну, настрой боевой. В машине есть некие усовершенствования. Самое главное, что мы работали на тестах в Волгограде перед гонкой на увеличение максимальной скорости. И удалось, благодаря разным решениям, поднять достаточно серьезно максимальную скорость. Мы увеличили с 170 до 184 км в час. Все хорошо, ждем со старта. Долго ждали этой гонки, сразу после Дакара начали готовиться к новому сезону. Сделали очень много там лабораторных работ, то есть мы сейчас на этой гонке имеем 4 вида подвески. Главная задача ставим перед собой именно разобраться в подвеске, найти лучшие для себя настройки и уже на Дакар готовить машины там, с одним из вариантов этой подвески. Вау!